Это что ты делаешь? Я хочу бортики сделать, чтобы золото сильно не раздувало. Угу. Гибрид бездымной печки. А? Гибрид, говорю, бездымной печки. Конструкцию подглядели в интернете. Сейчас будем пробовать, как она работает. Я снимаю, расскажи мне что-нибудь. Вот мы готовим печень на улице теперь. Да, мы готовим мясо на новой нашей печке. Печка бездымная. Про ножки расскажи. Ну что, про ножки, надо еще ножки сварить, надо бортик, надо еще, конечно, ее маленько модернизировать, а так вполне даже прилично готовится, очень хорошо. Давайте. И для дома, и для рыбалки, и хоть куда. Да. Зола сама выпадывает. Да, золы практически нету. Практически нет золы. И дыма тоже практически нет. Температура хорошая. Высокая температура, лучше, чем на газу готовится. Ну и вкуснее. В любом случае вкуснее. Ладно, мы потом, когда приготовим, попробуем, вам расскажем как-то. Значит, очень экономный расход дров у этой печки. И самое, что главное, посуда не коптится. Не надо будет потом ее отмывать, всю эту сажу. Обыкновенная будет сковородка, как всегда. Потому что дыма нет.